Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Среди компактных 4G роутеров Huawei B315 настоящий ветеран. В этом году ему исполняется 8 лет. Время неумолимо бежит вперед, а этот роутер до сих пор остается популярным. В чем секрет популярности B315 и почему он остается востребованным, об этом сегодня и поговорим. Huawei B315 – это классический роутер со слотом для сим-карты. Его встроенный модем относится к четвертой категории LTE, то есть поддерживает скорость до 150 Мбит в секунду. Вы просто вставляете симку в слот роутера, и он начинает раздавать Wi-Fi с доступом в интернет. Также на задней панели имеется 4 LAN-порта для проводных устройств, таких как настольные компьютеры. Один из этих портов является комбинированным, и в него можно вставить кабель интернет-провайдера. Тогда мобильное и проводное соединение резервируют друг друга, и если один канал связи пропадет, роутер переключится на резервную линию. Бесспорным преимуществом этой модели является наличие разъемов для подключения внешней антенны. Обычно они используются для подсоединения уличной антенны повышенной мощности. Этот роутер часто используется для усиления мобильного интернета за городом. Два разъема нужны для поддержки технологии MIMO, которая задействует сразу два канала передачи для более высокой скорости интернета. Модель B315 выпущена в те времена, когда Huawei еще не ограничивал пользователей в прошивке своих устройств. Другими словами, он поддается свободной перепрошивке, например, для использования симки с тарифом для смартфона. Другими словами, на этом роутере можно сменить MA и зафиксировать TTL и наслаждаться выгодными тарифами. В более новых роутерах Huawei ограничила эту возможность. Например, ни у B311, ни у более продвинутого B535 возможности перепрошивки нет, а значит, приходится пользоваться тарифами для модемов, которые гораздо дороже. У нас в продаже находится версия с полнофункциональной прошивкой, подходящая для мобильных тарифов. Веб-интерфейс содержит всю необходимую информацию о текущем соединении, в том числе об уровне сигнала и отношении сигнала и шума. С помощью этих параметров можно определить, где лучше всего разместить роутер, а также настроить уличную антенну. Вариант B315, который предлагает наш магазин, поставляется в Россию официально. У такой версии есть несколько преимуществ по сравнению с роутерами, которые можно заказать из Китая. Во-первых, они имеют необходимую сертификацию и гарантированно работают с российскими частотами сотовой связи. То есть никаких сюрпризов, что вам приехала не та версия и какие-то частоты не поддерживаются, здесь не будет. Во-вторых, это гарантированно новые устройства, не бывшие в употреблении. Когда речь идет о моделях, которым уже много лет, то при заказе из Китая велик риск получить восстановленный роутер. Это так называемый refurbished устройства, которые по каким-либо причинам были возвращены производителю, отремонтированы, приведены в товар вид и вновь впущены на продажу. С нашими поставками такого нет. Это новые устройства, которые приехали прямо с завода. Наконец, здесь есть рабочий телефонный разъем, который часто отключен в версии из Китая. То есть B315 может использоваться не только для интернетизации, но и для телефонизации рабочего места или дачного домика. Отметим, что в этом варианте поставки нет внешних антенн-рожек, однако в большинстве случаев они и не нужны. При использовании в городе, в условиях уверенного приема, внутренние антенны роутера полностью справляются со своей работой. А вот за городом или в условиях ослабленного сигнала в городской черте, штыревых антенн все равно не хватает и необходимо подключение более мощной уличной антенны. Кстати, о том, как выбрать антенну, мы уже рассказывали в отдельном ролике, посмотрите его вот здесь. Из значимых недостатков B315 можно отметить только отсутствие агрегации частот. Действительно, сегодня многие базовые станции поддерживают более высокие категории LTE и позволяют получить более высокую скорость за счет агрегации. Однако в небольших населенных пунктах, особенно в дачных и коттеджных поселках, далеко не все базовые станции поддерживают эту технологию.
Также следует учитывать, что агрегация может включаться или отключаться на конкретной базовой станции по усмотрению оператора. Поэтому, если вы не гонитесь за скоростью и вам нужна стабильность, то B315 – ваш надежный друг. Какой итог хочется подвести? B315 – это по-прежнему универсальный роутер для интернета за городом. А если вас не беспокоит отсутствие агрегации, то и для города он отлично подходит. Надежная, проверенная годами модель от одного из лучших производителей на рынке. Ссылка на товар, как всегда, будет в описании. У меня на этом все. Будьте всегда на связи и до новых встреч, друзья!